Итак, любимые, главное предложение дня. И движение – это жизнь, а жизнь – это движение, сказал Аристотель. Именно поэтому сегодня мы дарим вам лучшее предложение, нашу беговую дорожку от шведского бренда Велзер. Мы понимаем, что сейчас наступает малоактивный образ жизни, это осень, зима. Мы будем сидеть дома, плохая погода, мы не будем столько гулять в парке. Но мы не забываем, чем меньше мы двигаемся, тем больше мы начинаем болеть. Именно поэтому нам на помощь приходит, что? Правильно, беговая дорожка Велзер, которая дарит нам сегодня физическую активность. Посмотрите, что выберете вы, но явно вы не захотите болеть. Тем более, что вирусы оказывают осложнения на кости, на суставы. Любимая сегодня оздоровительная ходьба. Это тонус, это самый доступный и действенный физические нагрузки, не выходя из дома. Всего 15 минут в день, и эффект не заставит себя ждать. Это тонус, это занятие положительным влиянием на ваш организм. А самое главное, это дофамин, а это гормон счастья, который вырабатывается только благодаря физической нагрузке. Это укрепляет иммунитет, это разговляет кровоток, это укрепление суставов, мышц, это снижение жировой прослойки, качество кожи улучшается. Начинать занятия абсолютно легко. Смотрите, вам нужно встать на дорожку, вы ее достаете, тем более одна складная, вы ее всегда поместите в любой комнате, в любой квартире, даже однокомнатной. Посмотрите, Света справляется. Она взяла только что беговую дорожку в ручки сама, одной рукой, она совершенно не тяжелая, при этом она выдерживает вес до 120 килограммов, да, до 120 килограммов, вы настраиваете ее и начинаете ходить. У этой дорожки есть датчики скорости, дистанции, время расхода калорий. Вы точно знаете, за сколько минут вы пройдете дистанцию и сколько калорий вы зажгли. Просто встаньте на беговое полотно и начните спокойно идти. Время может быть совершенно разное. Она, кстати, совершенно бесшумная. Это огромный плюс. И вот посмотрите, одним движением, одна кнопка, вы видите дистанцию, время тренировки, общий расход калорий. И главное, с каждым днем вы можете улучшать и улучшать свои результаты. Здесь нет никакой, она не работает от электроэнергии, здесь нет никакой вилки, вы просто ее достали, поставили и начали работать. Вы начали ходить. Вы получаете удовольствие, потому что она сэкономит деньги и время на поход в фитнес-зал. Она совершенно не требует никакого электричества. Вам не нужна специальная подготовка. Вам не нужно бегать. Вы не оказываете негативное влияние на суставы, на колени. Это та самая лечебная ходьба. ЛФК. У вас дома кабинет лечебной физкультуры. Это не санаторий, который сейчас стоит 50 и 100 тысяч рублей. Еще раз напоминаю, это лучшее предложение для вас. А когда вы ходите, значит, вы меньше болеете, это доказанный факт. Тем более запускаются многие биологические процессы обмена веществ в организме. Вы выносливость, сердечная мышца укрепляется, укрепляются стенки сосудов благодаря именно кардионагрузке. Вы встаете именно на путь здоровья, мои дорогие. Это профилактика инфаркта и инсульта. Ну что еще нужно для счастья? Ходить всей семьей. И, любимый, еще раз скажу, только сегодня, впервые в истории такая цена на беговую дорожку шведского бренда Велзер. 6999 рублей. На 10 тысяч выгоднее, на 10 тысяч дешевле. Тем более, что еще и плюс огромный, что здесь идет бесплатная доставка. Вы знаете, даже я хочу обратиться сейчас ко всем телезрителям, кому приезжают дети, внуки, правнуки, кто помогает по школе, кто помогает с домашними делами. 100% вы встанете на такую беговую дорожку Велзер с прекрасным настроением, вы идете, сжигаются калории, укрепляется мышечный тонус. И действительно, беговая дорожка работает. Вы знаете, я с прошлого года, многие меня знают, когда я была попухлее, побольше, причем на 20 килограммов. И только благодаря тому я похудела, да, я начала правильно питаться, я начала заниматься на дорожке. И я могу сказать, именно потому, что я занималась, кожа не обвисла.
это к моменту похудения. У нас Света на 14 килограмм похудела, вы посмотрите, как она выглядит. 48-й, 50-й размер, вся подтянутая, красивая, сочная, энергичная и в тонусе себя держит. Почему? Потому что шведский Blend Welzer сегодня дарит вам кардионагрузку. Любой хирург, кардиохирург, любой терапевт, любой спортивный доктор, ортопед вам скажут, бегать, если есть у вас лишний вес, нельзя, потому что это нагрузка на суставы, на колени, на голеностоп, на ножки. Вам нужно встать на беговое полотно. Желательно, обязательно это делать именно в кроссовочках, да, в кроссовочках, мои дорогие. И потихоньку, Света, потихоньку, потихонечку идти. Вот так, если вы в качестве реабилитации используете, у вас была операция, вам нужно расходиться. Если вы перенесли инсульт, микроинсульт, и вы знаете, что у вас пока нету двигательной активности, потихоньку начинайте, мои дорогие, расхаживаться. Вы увидите, что вы по-другому себя будете чувствовать. В любом возрасте можно это делать, тем более, вот посмотрите, у нас фотографии. Вот в московской программе именно секреты долголетия, московское долголетие. Вы посмотрите, бабушки, дедушки уже достойного возраста, и они тренируются, потому что они хотят жить для своих внуков и для своих детей. Потому что чем больше ты двигаешься, тем больше ты не чувствуешь старость, тем больше ты чувствуешь свое здоровье. Дорогие мои любимые, еще раз напоминаю, посмотрите, какие фотографии сейчас. Да, именно наша фокус-группа до и после. Как помолодели, как похудели благодаря именно кардионагрузке наши модели. И в разном возрасте, что они стали делать? Они стали ходить. Каждый день на беговой дорожке, буквально 15 минут в день. Конечно, если вы захотите съесть сладкое, как у меня, допустим, бывает, я понимаю, что на дорожке я должна идти минимум полчаса. И я иду, я делаю это в радость, поэтому обязательно, любимые дорогие наши телезрительницы, еще раз я напоминаю, у нас лучшая цена 6999 рублей сегодня со скидкой 58%. Все заказы ограничены, торопитесь, пока дорожка не закончилась. Шведский бренд Welzer, ваше здоровье в ваших руках.